Что такое победа? Это самый главный праздник нашей страны, это наша гордость, наша история. И я считаю, что каждый из нас должен помнить о том, что сделали наши предки, ветераны наши дорогие. Победа – это когда люди радуются тому, что другие люди сделали для страны. Победа – это когда поздравляют ветеранов, устраивают всякие праздники. Победа – это большой, огромный праздник. Наши деды, прадеды, наши прапрадеды воевали для того, чтобы защитить нашу страну от фашистских захватчиков. Это очень такой и торжественный, и в то же время очень грустный, потому что огромное количество людей погибли во время войны. Победа – это свобода. Победа – это все. То событие, в котором люди понимали, что от этого зависит дальнейшая жизнь, дальнейшее будущее своего народа, человечества. Вот. И ради этой победы они сделали все. Пока мы помним эту войну, до тех пор мы и живем.